Так, запись. Беру истребитель. И думаю, тебе тоже стоит. Да, две командирки и истребитель. На базу. То есть игра чисто full def. Хотя подожди, там же эта хуйня вся. Нет, они все равно будут летать дронами, пытаться нас контрить. Так, кшмки я забираю, да? Да. 100 очков. Что у меня? Вытащить дневу какую-нибудь. Тяжелое ПВО. Можешь. Так, это куда поедут БМПхи? БМПхи поедут по центру. На Григории, я там как-то не присутствую. Угу. А куда ты мне его посадишь? Вот сюда? Сажай, добро. Все, я не готова. Готов? Да. Ты без танка, что ли, стартуешь? Да. Ну ладно. Готов? Вылетаю истребителем. Он уже что-то летит. Беру блок. Есть. Кружит, кружит, кружит. Он в панике. Выкатываю тебе сразу же CV-шку.
Хорошо. Прикрыл фланги. Чётенько. Еще какой-то говнодрон летит. Так, они на тебя согрелись все? Понятно. Это я спрашиваю. Вижу с твоей стороны пока только Блицвора. Воюй, воюй. Но у меня тут никого нету. Командир. Я тут ничего особо не контролирую. Папа, на Григории можно, да. Так, если у тебя там все, переключайся ко мне куда-нибудь здесь. В общем, ухожу в анальный деф. И надо на Михаиле поработать. Игла чуть-чуть не достает. Вот тут что-то стоит. Там вперед сильно не вылазь.
Кого? М. Они или мы? Они. Ну я так понял, что они от темпа так раз и не играли. Да, ну тогда это хорошо, что не потеряли. Если что, у меня две подехи есть на воздух. Я танки пошел направо. На них не буду играть. А ты играй слева по. Так, еще раз. Не сливай, танк. Регуляции. Угу. Ты на мид, да? Все понял. Да. Что-то летит. Буду заходить на Михаил, буду ставить там сейчас КШМ. Штормеры. Я вижу. Блять, хайбунги вообще живучие. Ну, включенная, что теперь сделаешь? Дэшка, это дэшки работают. Работаю.
Надо, наверное, Т-шку доставать. Как считаешь? Я вижу, вижу. Только от этого не легче. Кого не подымай? Да, я уже опустил их вниз. Логично. Так, что еще можно сделать-то? БМП техно вытаскивать. Контролить не успеваю. Да. Ну да, действительно похоже на поиграно. Они, блядь, как не в себя играют, я такого еще никогда не видела от них. Повсюду уже танки. Ух. Да, и причем они играют одновременно на всех фронтах. В смысле, вместе.
Курнас. И опять ПВО нету. Тяжело, тяжело, блядь. F1. Надо на буратос как-то накопить сейчас. Да. Т-72 погибает. Да вы, блядь, шутите, сразу жопчику выбили. Антирадарник в небе. Так, а мы можем как-то вперед продвинуться? Да. На Григорий, чтобы кошемку посмотреть. Сейчас вроде даже ситуация благостабилизировалась. Блять, нахуй я это сказал? Вот здесь не катайся. Там отстреливает танк. Ну да, где-то так. Где-то так оно все и есть. В говно. Кажется, пацаны все-таки научились играть.
Короче, мои планы пора в утиль выбрасывать. Все говно. Теперь есть ПВО, но нету нихуя больше. Заебись. Как же они ебут пехотой? Тор под ударом. Кончилось ВДВ, кстати говоря. Конечно. Шикарно. Говно косое. Вот тоже, блин, драться с ними пехота на пехоту — такой себе вариант. Вот здесь Птур сидит. По Тору, Арта и подобранцам. Семьдесят двойки. Боже, как же их много, я просто в ахуе. В тихом.
72 опять под ударом. ПВО отстрелялось, двигай. Уже просто больше. А, на Михаиле Кошенко под ударом. Нас на тебя. Скоба еще живо. Вылетаю тэшкой, нужно ПВО. Сука, и уходит ведь, и уходит. И второй ушел. Блядь. Просто пиздец какой-то. Тор артят.
2К первых, нормально. За 140. То есть мы им вообще ничего не убиваем, в принципе. Ну, если у них тут полный комплект танков. Дальше я уже не вижу смысла время тратить. 7 минут осталось, даже если мы сейчас да, в ноль выйдем, это будет поиграно. Ну что ж, на этом закончим. Возможно, в следующий раз. Всем спасибо, кто смотрел. Все свободны.